Всем доброго времени суток. Приезжал вчера друг ко мне в гости и привез вот такую вот вещь в подарок. Королевский тигр с башней Хеншель от Dragon. В объектив не влазит, извините. Модель выпуска 2004 года. Можно сказать, раритет. Сейчас посмотрим, что находится внутри. Инструкция, в принципе, как и у прошлого тигра, разворачивается в виде брошюры. Все просто, все лаконично. Очень полезно. Цветная инструкция по окраске. Не знаю, может быть, сделаю что-то из этого. Единственное, вот придется цемерить, накатывать. Будет новый опыт какой-то. Литников много. Качество для Dragon, как всегда, отличное. То есть вот крылья, башенка, часть ствола орудия. То есть качество, сами видите, ни облоя, ни толкателей. Вот они на внутренней стороне. Смещение пресс-форм тоже я не вижу. То есть вот каждый литник, если вот оценивать его по пятибалльной шкале, то тут можно ставить смелую пятерку. Толкатель внутри, смещение пресс-форм нет вообще. Есть даже элементы каких-то потертостей. То есть вот сколы видно сделаны. Траки тут наборные идут в комплекте, то есть не ДС-ки, наборные траки. Довольно-таки хорошего качества. То есть если у тигра, у позднего, у Томии на наборных траках, на каждом траке есть следы толкателей, причем внутри, здесь они снаружи, то есть их можно будет сточить, но стачивать придется. Вот они. Неприятно, конечно, ну а что делать? Это вот на этих с гребнями. На траках, которые идут без гребня, подобных вещей нет. То есть толкатели отсутствуют. На ходовке толкатель с внутренней стороны. Ну, питателей, конечно, подведено аж целых 4. Уж не знаю, был ли в этом смысл. Ну да ладно. То есть вот количество. Количество траков, катков. Приличное количество. Торсионов тут нет, как у тигра, который я собирал. Вот у этого тигра. Вот. Это на диорамку он готовится. Вот здесь торсионы. Но понятно, что ходовку я делал не рабочий, смысл нет. Он будет форсировать реку. Поэтому думаю, что как бы в этом смысл нет. Сделал небольшой глянец уже заранее. Вот такая вот моделька вот выходит. Пока еще, конечно, не доделано. Но в процессе, так сказать. Здесь торсионы были. Башня. Отлита одной деталью. Кстати, очень качественно отлита. Вот. Ну, имитация сварного шва. Не такая, конечно, прям вау. Но все же присутствует. Вот ствол огорчил, конечно. Ствол из двух деталей.
Не знаю, как будет выглядеть, конечно. Хотя у Dragon все отлично в плане стыковки, еще что-то. Но шов есть шов, придется обрабатывать. Сетки, точнее, крышки. Даны сразу без решеток, потому что решетки даны в травленном виде. То есть присутствует плат травления. Очень даже, кстати, качественно сделано. Мне понравилось. Так что, можно сказать, все есть в комплекте. Единственное, что придется делать, это вить трос самому. Потому что дана веревочка. Качество, конечно, веревочки нормальное. То есть можно было бы оставить, по большому счету. Но я, скорее всего, сделаю из проволоки, сам совью. Ванна корпуса отлита одной деталью. Отлита очень хорошо. То есть я вообще не вижу здесь каких-либо проблем. Толкатель внутри все. Все очень хорошо. Ну, тут тоже части ходовой, мелкие детали, остекление. Вот остекления здесь нет, то есть остекление тут не присутствует в комплекте, поэтому я остекление буду делать, не знаю, может быть, с помощью диска, может быть, использую остекление, вырезав из того, которое было приложено к тигру, к позднему. То есть там было два варианта или даже три варианта остекления, поэтому там остались заначки, можно использовать смело оттуда. Ну или здесь же попробовать глянцем вывести как-то, не проблема, я думаю. Верхняя часть корпуса. Коуши. Кстати, верхняя часть корпуса очень даже хорошо сделана. Сварной шов нанесен. Вот здесь вот сварной шов более-менее, кстати, выполнен. Качественно. Может быть, мелковат, конечно, не знаю, буду еще смотреть, подправлять. А выполнено все очень, кстати, хорошо. То есть Dragon в очередной раз не подвел, учитывая, что модель старая. Декаль дана вот в таком вот виде. То есть оно, вот если она дана в таком виде, это не проблема, потому что от того тигра, который собирался поздний, там дана целая портянка, то есть там очень много номеров, можно будет взять оттуда, посмотреть по исторической привязке. Но пока королевский тигр этот я собирать, наверное, не буду, потому что сейчас фигуры на зимнюю диораму придут. Сейчас придет посылка на диораму как раз с тем тигром, где он будет форсировать реку. Анонс, скорее всего, скоро выложу. И то есть работы пока много, а этот тигр, он где-нибудь в стороночке подождет, потерпит. Я думаю, это не проблема. С ним тоже что-нибудь придумаю. Кому обзор показался полезным, подписывайтесь на новые видео, ставьте палец вверх. Всем пока.